Процедура экспорта и импорта товаров в рамках таможенного союза будет упрощена. Предложение казахстанских бизнесменов о предоставлении всех документов только в электронном формате поддержали и российская, и белорусская стороны. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил председатель налогового комитета Ануар Джумадильдаев. Документальное подтверждение на бумаге серьезно осложняло жизнь предпринимателям, но вот уже в скором будущем этот вопрос будет решен. Подготовлен сейчас проект протокола о внесении изменений и дополнений в протокол о порядке взимания косвенных налогов, которым предусмотрено указано выше предложение бизнес-сообщества. И сейчас этот указанный протокол проходит внутригосударственные процедуры. Я думаю, будет поддержка и упростится само подтверждение этих операций.